О подготовке к празднованию 70-летия Победы говорили на расширенном совещании в Кайкенском районе. Его участники обсудили также текущие вопросы, в частности, строительство нового стадиона. На сегодняшний день работы по возведению спортивного объекта уже начались. На каком они этапе, глава района проверил лично. Стадион «Труд», мы уже объявили, что это будет народная стройка наша Кайкенского района. Я рассчитываю, что эта стройка нас объединит. Ну, хотя есть проблемы, там вдруг выявилось, что участки розданы, часть территории стадиона. Сейчас выясняется, что даже зеленки у людей есть. Некоторые утром у меня уже были на приеме, удивленные, возмущенные. Ну, после моих разъяснений они задумались. Сейчас, я думаю, будем вести переговоры, компенсировать эти участки в другом месте. Стадион все-таки будем строить.